Совсем неподалеку от усадьбы Малихонова привлекает взгляд дом, который построил купец, пиво- и винозаводчик Иван Матвеевич Митюков в 1882-1885 годах. В облике главного дома черты эклектики сочетаются с деталями, характерными для классицизма. Так, на уличном фасаде прямоугольные окна соседствуют с сегментными завершениями дверных проемов и окна входной пристройки. Инициалы ИМ на доме означают Иван Митюков. Двухэтажный главный дом имел в нижнем этаже торговые помещения с тремя массивными, обитыми железом дверями. Жилые комнаты находились на втором этаже, куда вела непосредственно от входа парадная лестница, размещенная в каменной боковой пристройке. В советское время здесь находился детский сад, затем реабилитационный центр для детей-инвалидов. Сейчас здание пустует. В составе памятника архитектуры усадьбы купца Митюкова входит главный дом со встроенным торговым помещением, флигель, пекарня, бочарня и кирпичные ворота. Внимание привлекают тонко прорисованные декоративные растительные мотивы, характерные для классицизма гирлянды из листьев и цветов, овальные медальоны, стилизованные раковины, изящные завитки на месте замковых камней над окнами нижнего этажа. Над окном верхнего этажа входной пристройки в овальном медальоне размещены инициалы владельца усадьбы. Дом стоит на современной улице Революции. Она совсем невелика и представляет собой один из порядок домов, размещенных на расширяющейся в этом месте нижней береговой террасе, ориентированной в сторону реки. Крупный ансамбль усадьбы доминирует среди мелкомасштабной одноэтажной застройки.